Привет, народ. Очень часто под моими видео в комментах я читаю: гараж идеальный, идеальный порядок в гараже, все инструменты на своем месте. А знаете, почему все инструменты на своем месте, народ? И в чем секрет успеха? Смотрите, вел я вот вороточек, да? А там след от него остался. То есть, если его не хватает, то это сразу бросается в глаза. Беру я топор, а там вот отведенный топорик, видите? Сразу на место нужно повесить. Берется сетку кувалду, просит Руся, дай кувалдочку. Пожалуйста. А там написано: кувалду положи на место. И так абсолютно, абсолютно любой инструмент. То есть абсолютно любой уголок, струбцина. Абсолютно любые вещи вот там, вот на той стенке. Любая струбцина, любой топор, любой нивелир, уровень там и все остальное. Все абсолютно вот так вот, видите, имеет свое место. Поэтому вот он секрет. Все просто.